Меня зовут Николай Микуха-Маклай, я сейчас нахожусь в тропическом костюме моего двоюродного прапрадеда, который отправился на остров Новая Гвинея к берегу Маклай. Вот именно в этом костюме в тропиках в 30 градусов и более было ему достаточно комфортно. Он таким образом сделан, что несмотря на толстую ткань, она достаточно широкая и не облегает плотно, поэтому позволяет очень комфортно дышать. При этом защищает от различных москитов. Вот этот вот пояс из шелка позволяет сюда прятать оружие или какую-то необходимую, то, что необходимо, например, в лесу, топор или что-либо еще. Но при этом сами штаны, они идут достаточно высоко. И вот здесь вот практически у меня заканчивается ремень. Именно для того, чтобы никакая живность не смогла заползти и меня укусить. И вот такая вот прекрасная шляпа, она точно так же является частью костюма путешественника, потому что вот именно такой костюм путешественника был не только у Микуха-Маклая, а именно у всех путешественников 19-го, конца 19 века. Обувь очень удобная. Во-первых, она делается из парусины и кожи, при этом она и дышит, и защищает. И сверху краги, они защищают от тех повреждений, которые можно получить в тропическом лесу, когда ты передвигаешься. При этом обувь на шнуровке позволяет ее комфортным образом и мало того, что зашнуровать, и настроить таким образом, чтобы тебе было удобно. Здесь можно говорить и о внутреннем содержании костюма, насколько он комфортный, потому что и пуговицы сделаны из кожи, и другие части, все это здесь было абсолютно продумано. Но со стороны нам кажется, что он достаточно теплый. Однако, вот находясь некоторое время, даже во время действительно высокой температуры, я чувствую себя комфортно. Именно потому, что все продувается, именно потому, что костюм дышит. Вот таким вот образом были путешественники в таких вот одеяниях в 19 веке.